Всем привет, дорогие друзья! Посмотрите, какие я ногти сделала, да. Привет! Привет! А ты блогер? Да, я вообще-то бьюти-блогер. Ого, так это круто! Так ты известная, наверное? Да. А ты меня не узнала? Нет, не узнала. А сколько у тебя подписчиков в ТикТоке? Вообще-то 321 подписчик. Ого, так много! А в Инстаграме сколько? В Инстаграме 701. А, да? Да. Ну ладно, тоже неплохо, в принципе, 700 подписчиков, тоже нормально. Слушай, а можно с тобой что-нибудь снять прикольное, тоже что-нибудь по бьюти? А у тебя сколько подписчиков? Слушай, ну только недавно начала, у меня 5000 подписчиков в ТикТоке и 1000 подписчиков в Инстаграме. А, да? Ну, знаешь, я не очень хочу с тобой снимать. Почему? Ну, у тебя мало подписчиков, а я снимаю только с крупными брендами и хорошими людьми. Я очень хороший человек, честно. Давай что-нибудь снимем? Нет. Ну, хорошо, знаешь... посмотри тогда мой контент. Может, тебе понравится? Ты захочешь тогда снимать? Ого! У тебя почти 2 миллиона подписчиков? Да. А знаешь, а давай что-нибудь снимем, а? Вот ты не против? У меня как раз новый контент скоро выходит. Давай? Ну, я не знаю. Ты думаешь, стоит снять нам? Да, давай, очень будет круто. А хочешь, можем завтра куда-нибудь сходить? Куда? В кафе, я могу заплатить. Ты знаешь, ты очень, наверное, хорошая девочка, но я не буду с тобой снимать, потому что... Почему? Потому что хочешь со мной дружить из-за моих подписчиков, а я хочу дружить с людьми, потому что они просто хорошие люди. Удачи, да нет, тебе. Почему? Нет. Стой, да погоди!